Получение кислорода в домашних условиях. В пробирку нужно насыпать немного марганцовки, как говорят в быту, или перманганата калия, как говорят химики. Осторожно нагреть над пламенем газовой горелки. Сначала прогревается вся пробирочка для того, чтобы она не лопнула. Можно взять обыкновенную бумагу, сложить ее в несколько рядов и закрепить пробирочку. Хорошо пробирочку прогрели. Теперь нагреваем непосредственно перманганат калия. Мы слышим потрескивание легкое. Это идет разложение перманганата калия с выделением кислорода. Поскольку кислород тяжелее воздуха, он будет скапливаться у нас над перманганатом. Потрескивание усиливается. Так, теперь проверим наличие кислорода. Кислород – сильный окислитель, он поддерживает горение. Лучинку подожженную мы тушим и опускаем в пробирочку. О, пробирочка полная кислорода. Опа! Пробирки кислород.